Ждем появления нового символа года. Шарик диаметром 100 миллиметров. Вау! Лакированный мышонок с подарками, смотрите. Снимаю с руки, поэтому не обижайтесь за такое качество видео. Видите как? Поближе, видите? Это все ручная работа. Так, сейчас коробочка, а потом на елочку. Приблизительно так мы их пакуем. Это наша подарочная упаковка, коробочка. Вот. Вот так вот. Вот наш мышонок с подарками. И вот как он на елочке выглядит, смотрите.